Hello! People! Hello! Это доктор! 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 Я был больной! I don't understand. You don't understand you too. You too 154, you understand don't. Хер Боржов. Мошкиров. Мошкиров. Мы с тобой сейчас как бы, ну, поговорим, когда ты уже закончишь, ты говоришь, ну, надо заканчивать что-нибудь такое. Я скажу там одну минуточку. Хорошо. И скажу маленечко по поводу наших там вот, ну, то, что я хочу изменить формат. А ты потом скажешь, ну, если что, вы можете писать, или хочется, может, звонить, дать какой-то номер телефона. То есть можешь мне писать на мой e-mail и показать пальцем куда-нибудь вот сюда, вот на уровень своего вот этого, ну, вот здесь вот, где-нибудь, здесь, ну, чуть выше стола. Вот так вот пальцем все покажешь сюда, да? Я здесь e-mail потом напишу. Да, хорошо. Ну, собственно говоря, разливаем чай. Теперь давай чай налей. А у меня же все. Да, у меня же все. Метро здесь ходит. Да, я вот так поставлю, как обычно. Да, я тоже как греметь обычно, об стол. Чтобы не греметь об стол. Да. Да. Мой милый друг! Фу, хрен тебя. Почему? Гомосятина. Ты не хочешь любви? Нет. Тогда здравствуйте. Нет, давай так не будем. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Всем привет. А может быть у вас ночь. Все равно вам привет. Здравствуйте, девушка. Очень приятно вас видеть. Проходите, не бойтесь. Девушки ходят. Смотри, взяла и прошла мимо. Нет, чтобы сесть третий на запись. Взяла и прошла мимо. Смотрите, мы предлагали. У вас оригинальная тюбетейка. А то. Это не тюбетейка. А это бандана. Это бандана. Вот, да. Всего наилучшего. Нам да. Много зачем. Я хорошо. Так борюсь за лишние минуты. Хорошо. Так, давай ставим на стол. Пожалуй. Нет. Я посмотрю, сможешь что-нибудь ставить. Я вставлю, но да. Видно все. Да. Поехали. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. День, вечер, вечер, все что угодно. День, вечер, как ночь. Как в интернете? Доброе время суток. Доброго время суток. Доброго времени суток. Вот. Доброго времени суток. Здравствуйте. Очень приятно с вами находиться вновь. Ой. Не знаю, как у вас, а у нас воскресенье. Да, у нас воскресенье 2015 года новой эры. Что-то такое. Извините, я вчера работал ночью очень долго. Я... Он перегрелся. У него было очень много психов вчера. Вот, и да. Он очень устал. И он сам им стал. Да. Да, он очень устал. Да. Вот его опять кидает от медицины к физике и обратно. Так все так время. Это одно и то же. Ну, практически, вообще все одно и то же. Конечно, что такое медицина? Это физика на продажу. Ну, вот принципе, и все. Это... Ну, а что, конечно, да, вот. Значит, знаешь, что я еще хочу сказать? Меня буквально, не знаю, вводит какой-то ступор, судорог, когда прихожу в аптеку и вижу огромное количество каких-то, скажем так, лекарств от простуды, скажем так, а-ля Тераплю, там, а-ля растворенный аспирин, с какими-то новыми названиями, там что-то калат, еще какие-то там. А смотришь, там в основе все равно всегда лежит обычный парацетамол. Так я об этом и говорю. Причем, я говорю, вот поставишь, вот задача в том, что уберите обычный парацетамол, стоит копейки, растворяете его в воде, добавляете вкус туда какой-то и получаете дорогущий Тераплю. Совершенно. Вы посмотрите содержимое, там ничего кроме парацетамола нет. Вот. На чем? Да, и мы эти лекарства покупаем, платим деньги, представляем, понимаете, вот такое название, все лечим. Мы себе визуализируем, я принимаю эту таблетку, и она начинает атаковать все болезни. Да? Есть даже телевизионная реклама про лекарство одно, я не буду его называть, во избежание неприятностей. В телевизионной рекламе утверждается, внимание, что когда вы принимаете эту таблетку, лекарство само находит очаг боли, причем рисуется, как оно находит очаг боли, и ликвидирует его, понимаете? То есть лекарство очеловечивается на ваших глазах, антропоморфизируется, ему присваиваются такие, значит, свойства Супермена. Киллера, которое само может думать, найти очаг боли в вашей голове и его ликвидировать. Я знаю, наверное, фармацевты восприняли на полном серьезе завещание товарища Путина найти в сортире замочить. Вот, и поэтому создали лекарство, которое находит и мочит.
Почему завещание? Он что? Не-не-не, завещание при жизни тоже пишут. Владимир Ильич Ленин писал свои завещания при жизни. Успокойся. Подожди. Все хорошо, все хорошо. Точно все? Ну, могу завалить дом, сбить. Может, ты позвонишь? А помогает, подожди, может, позвонишь? Да ты вообще ведь ничего не говоришь никогда. Не-не, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Владимир Владимирович, долгих лет вам жизни и здоровья. Да, все хорошо. Да. Так вот все личин, или вот эти вот... Слушай, я не могу прийти, какой кошмар. Можно двое в камере на Арбате, еще лучше. Ну тут на Арбате нет неправильной камеры. Да. Ой, ну чё? Ух, да. Ну ёпта. Красавцы. Красавцы, осовцы. Да, эсэсовцы. Эсэсовцы. Лыхаем. Лыхаем, мы Потапенко. Сам такой. Ну, за Коста кофе. Всего доброго. Всего доброго. Славненько, по-моему.